Следующий вопрос. «Иза катаба ихдахума, фа тахиллю лаху аль-ухра». Говорит, если у человека в рабынях две сестры, и с одной он подписал договор о самовыкупе, то есть она подписала с хозяином договор о том, что она отдаст за себя в качестве выкупа определенную сумму денег в течение определенного срока, и этим самым станет свободной. Говорит, можно ли сказать, что этим самым вторая сестра для него, то есть для хозяина, стала разрешенной, если он совершал половой акт с первой. Говорит аль-Ханабиля аля анна далика ла юхиллю лаху аль-ухра. Первое мнение в этом вопросе — это мнение ханбалитов, которые говорят то, что лишь это действие не делает ему разрешенной вторую рабыню, которая является сестрой первой. Хинкана вот и аль-уля аль-лати катабаха. Говорит, если он совершал половой акт с первой, с которой подписал вот этот вот договор. Ляна китаба ла тухриджа мин мильки илля бад аль-ада. Видишь, потому что, говорит, только лишь факт подписания договора о самовыкупе еще не делает эту рабыню свободной, кроме как после того, как она отдаст те деньги, относительно которых они договорились в этом договоре. А также потому, что она, возможно, не сможет выплатить сумму, о которой они договорились, и обратно вернется в рабство. То есть имеется в виду, она так и остается рабыней, но имеется в виду, в данном случае утеряет возможность выполнить этот договор и выйти из рабства. Фашбазан маруна. Поэтому она подобна той, которую отдали в качестве залога. Говорит Мухаммад аш-Шафии: "Ан-насания тахиллю ля". И второе мнение в этом вопросе — это мнение шафиитов, которые сказали, что вторая рабыня становится разрешенной хозяину, если с первой, с которой он совершал половой акт, и которая является сестрой этой второй, если он с первой подписал договор о ее самовыкупе. Лянну асбаха мамнуан мин аль-уля бисабаб ла йахдиру аля дафи. Потому что ему стало запрещено совершать половой акт с первой по той причине, которую он не может убрать. То есть этот договор он не может разрушить. Фаджбата зуджа. Поэтому это подобно тому, как если бы он отдал ее замуж за другого человека. Но правильным является мнение первое. Значит, если у человека две рабыни, и обе они сестры, и с одной он совершает половой акт, затем с той, с которой совершает половой акт, он подписал договор о ее самовыкупе. Может ли он после этого что сделать? Совершать половой акт со второй рабыни, которая является сестрой этой первой? Говорим, нет. Пока та не отдаст полностью, то есть аль-ада, то есть не отдаст те деньги, относительно которых они договорились, и полностью не выйдет из его рабства. Далее, следующий вопрос.